как часто нам нравятся те места, в которых живут другие люди. Как часто нам нравится та работа, на которой работают другие люди. Как часто нам нравится окружение у других людей. Почему мы себе не позволяем какие-то моменты? Почему мы все время откладываем свою жизнь на потом? Что да, я потом, наверное, сюда съезжу, ну хотя бы в отпуск, потому что я не могу туда поехать, я не могу там жить. Для меня это дорого, для меня это неприемлемо. Но я так люблю море, море великолепно. Но в себе всегда отказываю. Почему отказываю? Почему я думаю, что я не создана для этого? Почему другие созданы, а я нет? Почему это все не для меня? Хочешь узнать, почему ты себе этого не позволяешь? Тогда я тебя жду на марафоне «Возможности меня». И на этом марафоне мы, конечно же, поговорим, почему у тебя стоят эти ограничения, зачем они тебе, что ты в этих ограничениях скрываешь для себя. Присоединяйся, я жду тебя.